29 ноября сотрудники регионального управления ФСБ оттачивали свои навыки в предотвращении терактов на территории областного центра. Штабные учения проводились на железнодорожном вокзале и станции «Текстильный». По легенде, во время прибытия пассажирского поезда «Санкт-Петербург-Иваново» на станцию «Иваново» в здании вокзала террорист-смертник привел в действие самодельное взрывное устройство. За несколько часов спецслужбам в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось отыскать лиц, причастных к теракту. Преступники были задержаны на станции «Текстильный», где они занимались минированием железнодорожных путей. Благодаря слаженным действиям силовиков и других вспомогательных структур, условный теракт имел для областного центра и его жителей минимальные последствия. В итоге учения получили положительную оценку.